Это блюдо может понравиться не всем, но попробовать его все равно стоит. Для тех, кто любит поострее и поинтересней, предлагаю рецепт, как приготовить хей из щуки классический по-корейски. Блюдо принадлежит к корейской кухне, готовится из разных сортов рыбы и мяса. Особенность такого приготовления в том, что главный ингредиент не поддается тепловой обработке, поэтому блюдо можно смело отнести к разряду сырого, и поскольку рыба будет сырой, то нужно выбирать только свежую и качественную тушку. Необходимые ингредиенты, досмотревшим ролик до конца. Кто не подпишется, останется без следующих вкусностей. Теперь о составе нашего блюда. Щука 2-2,5 кг, уксус столовый 100 мл, подсолнечное масло 1 столовая ложка, лук 2-3 штук, морковь 1-2 штук, перец по вкусу, красный и черный, имбирь по вкусу, кориандр по вкусу, соль по вкусу, количество порций 10-12. Ставим лайк и подписываемся. Ваши отзывы очень важны. Люблю вас, друзья, жду снова.